Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале Boston Technic. Меня зовут Андрей. Сегодня вашему вниманию представляю BDT-7. Барана дисковая, тяжелая. Серединка. Значит, смотрите, сейчас пройду по кругу. Все вам популярно покажу. Она не новая, но рабочая. Полностью работоспособна. Присутствуют следы сварки, но на работоспособность это никак не влияет. Абсолютно. Вот состояние дышла. Значит, показываю все подробно, да? Здесь вот усиливали состояние ромашек. Отлично в состоянии ромашки. Рабочие органы. Здесь вот на раме тоже усиление есть. Рабочий цилиндр. Тут у нас что там? Колесо, ступица колеса. Здесь все хорошо. Сейчас обойдем с другой стороны и тоже я вам покажу. Так вот, смотрите, в идеальном состоянии ромашки. Здесь вот усиливали, подваривали в свое время, но это в принципе на работоспособность никак не влияет. Раз покажу здесь в солидоле законсервировано, тоже усиление подварено. Здесь ромашки видно, да? Вот здесь все. Ну и вот к этому колесу сейчас подойдем, покажу вам тоже. Ступица, все есть тут. Друзья, это барана есть в наличии. Обращайтесь, кому необходимо. Мы находимся в городе Волгоград. Улица Историческая, 183.